Привет, друзья! Сегодня новый день, новый влог. Пришла только что из магазина, ездила и в Фикс Прайс заходила, и в Магнит, там хлеб нужно было взять. И еще зашла в два магазина ювелирки за подарками, это, к слову, о халяве. Вот, сейчас буду показывать вам. И хотела еще в аптеку заходила и хотела сказать, что кто спрашивает, кто интересуется, у меня таки выяснили, что у меня происходит со здоровьем. Значит, по поводу рук, то есть я уже закончила, прошла полностью обследование, мне уже выписали рецепт лекарства, я вот забирала сегодня из аптеки. Да, конечно, не дешево это все вышло, лекарство где-то на 3500, но значит уже вот пора по возрасту, нельзя быть абсолютно здоровым человеком. Вот, и в общем, если касательно рук, то у меня защемление локтевого сустава, вот, поэтому у меня сводят руки, и скорее всего это в обоих руках, то есть и в правой, и в левой. Просто в левой не так сильно, как в правой. Вот. Так. По поводу спины, это остеохондроз, самый обычный. Вот. И, в общем-то, мне назначен курс типа как ЛФК, ну, это как лечебная физкультура, да. То есть там с фотографиями, перечень упражнений, которые я могу делать. Обычная физкультура мне противопоказана, также никакого массажа, никаких тяжелых физических нагрузок. Можно, значит, бассейн, но я не умею плавать, поэтому это отпадает. Вот, значит, велотренажер и вот эти вот упражнения. Ну, можно еще ходьба, но ходьба такая не спортивная и не бег, то есть самый лайтовый вариант. Вот, и давайте вам покажу. Я заходила в два Фикс Прайса. Не буду чек показывать, там все элементарно просто. Так, сейчас только посмотрю. То, что я не знаю по цене, сколько стоило. А, ну, тут у меня все просто. Короче, что вы думали? Очередная книжка Норы Робертс. «Благие намерения». Это опять детектив, и я просто не глядя увидела, схватила и побежала. Так, что еще? Еще взяла эти самые помидоры «Белый налив» один пакетик и «Бычье сердце» один пакетик. Эти самые семена были по 7 рублей, книжка 50 рублей. Так, взяла еще тоже для подружки, значит, вот такое масло эвкалипта. Здесь 40 миллилитров, стоило 50 рублей. И еще нашла у нас масло кедра, тоже 40 миллилитров, 50 рублей. Я считаю, что это практически даром. У нас, ну, если бы я знала раньше, я бы раньше еще взяла немножко других вариантов, потому что у нас все разбирают, просто моментально сметают с прилавков. У нас было еще масло виноградной косточки, персиковое масло, абрикосовое масло было, еще какие-то мятное масло, масло лаванды, причем вот в таких больших бутылках масло розы было, но у нас просто, я говорю, у нас люди просто какие-то мутанты. Они сметают практически все, что видят на своем пути. Так, в Магните взяла свой любимый хлеб зерновой. Энергия здоровья. Хлебцы с зернами и семенами подовые для долгой энергии. Вот такой вот. Я, естественно, не часто его беру, но он мне нравится больше всего, поэтому взяла на постоянной основе. Увидела еще вот такой вот даниловский. Первый раз его вижу, такой он прям аппетитный, и решила взять.
Подовый, который с зернышками, он стоит 55 рублей. А этот стоил 40. Вот. Но попросили меня купить белый хлеб, половинку. Ну вот половинка была такая. Так, дальше. В фикс-прайсе. Это я уже в другой фикс-прайс пошла. Значит, тут у меня что? Камешки. Да. Взяла вот такие вот, увидела. У нас просто нету, не было. Увидела круглые вот такие камешки. Схватила просто не глядя. Мне как раз нужны были вот такие камешки. Они причем... Здесь плюс в том, что они разных размеров. То есть есть и большие, и мелкие, и совсем маленькие, и крупные. А мне как раз такое нужно. Так. Потом совершенно не полезное, но очень захотелось. Лавашов. Появился новый вкус. Сметана и зелень. И еще один был у меня с... курицы гриль. Вот. Ну, захотелось. Пусть оно не полезное, но, по крайней мере, не слишком вредное, как те же самые чипсы. И, собственно, пошла я за лепешками. Захотелось мне сделать типа ПП-шаурмы. Давно я не делала ничего, но, к сожалению, с льняными семечками нету. Вообще белых лепешек нету, пришлось взять томатные. Томатные мне совершенно не нравятся, но нету лепешек нигде, их просто все сожрали. Вот, и еще что хотела сказать. Еще хотела сказать, что я уже говорила, это такой лайфхак. В подъезде у нас кладут, значит, конверты. Я взяла целую пачку, написано «подарок». Что в конверте? Один я уже распаковала. Там какая-то реклама, плюс вот такой магнит. Магнит, то есть с одной стороны картинка, с другой стороны магнит. Я уже говорила в одном из видео, что можно эти магниты использовать для творчества. Каким образом, тоже говорила, то есть снимается верхний слой, моется. И этот магнит вы можете использовать куда хотите. Можете разрезать его на 3, на 2, 3, 4 части и сделать свои магнитики. В общем, любым совершенно способом. И если у нас не разберут до завтра, то я заберу оставшиеся. Кстати, очень удобно, потому что в художественных тех же магазинах эти магниты очень дорого стоят. Вот. И еще что хотела сказать. Я, собственно... ездила в Новогиреево не только для того, чтобы забрать заказ из аптеки, но и получить халявные подарочки. Халявный подарочек из Санлайта. Это была акция у Мосэнерго. Значит, перед Новым годом нам на почту пришло сообщение, что если вы осуществите платеж за текущий месяц, или за декабрь осуществите платеж вовремя, ну там до определенного числа, то вы можете получить подарок, там один из 8 подарков, либо все подарки сразу, я там точно не поняла. Ну, короче, потом пришло домой на почту, в ящик кинули квитанцию. В квитанции было написано, что вы можете зайти в Sunlight и получить бесплатно подарочек, значит, предъявив специальное слово, да, промокод назвав, и все, просто номер телефона свой называете, и все. Вот, и там было, значит, два вида подарков, то есть вот этот, который выбрала я, и еще один, то есть мне предложили два варианта на выбор. Вот, и мне, собственно, я выбрала вот такой вот вариант, это, сейчас поближе покажу, это подвеска в виде такой жемчужинки со спиралькой, очень красивенькая. Сейчас покажу вам поближе. Вот такая вот жемчужинка. Она белая, перламутровая. Такая с металлической спиралькой. Но, кстати, довольно тяжелая. То есть у меня подозрение, что это
натуральный жемчуг. Вот, в общем, у меня подозрение, что это натуральный жемчуг, потому что она довольно тяжелая. И вторым вариантом там была какая-то птичка с маленьким камешком в клювике. Но я выбрала жемчужинку, это как-то пооригинальнее. Обычно у них довольно простые подарки, а тут такой хорошенький. Вот. И еще также тоже, к слову, о халяве. Сейчас посмотрим, я не знаю, что внутри. От Lady Collection мне вручили тоже подарочек небольшой, он там маленький, да, походу какие-то сережки. Значит, это я у них на сайте проходил какой-то опрос, я поучаствовала в этом опросе, и потом мне на почту прислали сообщение, что я могу получить подарок за пройденный опрос в фирменном магазине Lady Collection. И он запечатанный, то есть его просто так не открыть. Я сейчас открою и покажу вам, что итак, там. Та-дам! Там были вот такие милые сережки в морской тематике. Кстати, не знаю, вот может быть разыграю их на конкурсе, потому что мне висячие сережки не очень идут. А может быть оставлю себе. Посмотрю, сейчас поближе вам покажу. Так, вот такие милые сережки. Они чуть-чуть отличаются. Тут как бы такая снежинка, а здесь морская звезда. Симпатичные. Они просто металлические, без всяких каких-то вставок. Вот. Посмотрю. Померю на себя. Посмотрю, может быть, себе оставлю, как будут смотреться. Если будут смотреться хорошо, то оставлю себе. Вот, и в принципе все, на этом мои покупки закончились, и халява тоже закончилась. Ну, кстати, вот просто хочу сказать, что не стесняйтесь, участвуйте в каких-то конкурсах, розыгрышах, там, проходите тесты, опросы, и, ну, очень часто, очень много компаний, которые проводят такие мероприятия и потом дарят подарки. И, кстати, у меня всегда под видео в описании есть ссылочки на некоторые такие сайты, где можно пройти опрос или оценить какой-то товар абсолютно бесплатно, выразить свое мнение, высказать и получить за это подарок. Так что смотрите всегда инфобокс, там очень много полезной информации. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!